Соревнования по тактической подготовке государственных военизированных горноспасательных служб МЧС ДНР начались еще в апреле 2016 года. Тогда начался первый этап с участием всех горноспасательных отделений. Второй этап определил финалистов, которые 2 июня на базе учебно-тренировочного комплекса оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда в Торези проверяли себя на прочность, чтобы одержать победу в финале. В итоговом первенстве за золото боролись 4 команды. Победители прошлогодних соревнований из Донецка, а также горноспасательные отряды из Макеевки, Тореза и Горловки. Все команды поочередно приступали к выполнению поставленных задач, чтобы в полной мере продемонстрировать свои навыки и умения в применении спасательного оборудования. Сегодня было в данный день при применении горноспасательного оборудования, которое применяется при авариях в горных выработках. На данный момент вы видели применение ГП, это непосредственное тушение пожара в шахте, применение холматра для извлечения пострадавших и разбора заваров в горных выработках, применение линии дистоп для отбора проб из-за перемыченного пространства в горных выработках, ну и поиск для отбора проб из того же из-за перемыченного пространства. В ходе соревнования команды под пристальным наблюдением судейской комиссии на время выполняли комплексные задачи по применению горноспасательного оснащения. В частности, прокладку рукавной линии, тушение очага пожара с применением пеногенератора, проводили замены скорости и количества воздуха в сечении выработки, а также производили разборы завалов с помощью воздушных подушек. Когда комиссия подсчитала результаты соревнования, на торжественном построении команд-участниц были оглашены победители, вручены грамоты и ценные призы. Все команды показали высокие результаты, прошли с минимальными штрафами. Во время выполнения комплексов разведка горных выработок, применение горноспасательного оборудования, командирская учеба, а также показательных выступлений врачей РПГ не было каких-либо допущено грубых нарушений, были только небольшие замечания. Ну, по результатам соревнований первое место заняла команда 2-го государственного военизированного горноспасательного отряда город Торез. Второе место – команда оперативного отряда город Донецк. И третье место – команда 1-го горноспасательного отряда город Горловка. Накопленный опыт, навыки и знания, полученные при проведении соревнований, положительно скажутся на профессиональной подготовке горноспасателей и будут использованы при ликвидации настоящих аварий, которые, к сожалению, возникают на шахтах нашей республики. Соревнования проходили на высоком уровне, с хорошей боевой подготовкой. Приятно было видеть соперничество. Мы не только соперничали, но и обучались друг от друга. По сравнению с прошлым годом очень заметно видно, как профессиональная подготовка подросла у всех. Мы усердно тренировались, готовились, переживали, конечно. Может, в чем-то мы и ошибались, но как со стороны, конечно, виднее, и первое место досталось нам. Одержав победу, команда-победитель забрала и главный приз – переходящий кубок соревнований по тактической подготовке среди горноспасательных отделений республики. Анна Триктель, Илья Литодиани, Новороссия ТВ.